Башкирской государственной филармонии состоялся концерт органной музыки. В рамках российского тура выступил победитель международного конкурса имени Баха в Лейпциге немецкий органист Йорг Халубек. Я люблю орган, органную музыку в частности. Ну а исполнителя этого я первый раз буду слушать. Я иду первый раз на орган, и на филармонии я уже была. Но на орган первый раз, и тем более на Баха. Я очень люблю классическую музыку. Впервые здесь. Ожидаем всего лучшего от вечера. I love Russian people. Я очень люблю русскую публику и очень наслаждаюсь этим туром. В России я уже третий раз. В этом туре 4 концерта. Первый был в Хабаровске, далее Челябинск, сейчас Уфа, а заканчивается тур в Самаре. I was asked to play Bach. Я специально предложил баховскую программу для этого тура, потому что я являюсь победителем 14-го международного конкурса имени Баха в Лейпциге. Это было 10 лет назад. И исполнять музыку Баха очень показательно для меня, кроме того, что публика в России очень любит Иоганна Себастьяна Баха. А для меня большая честь и грандиозный опыт выступать в России. Спасибо. В этом концертном сезоне особенно интересные органные абонементы Башкирской государственной филармонии. В рамках одного из них органисты трех континентов уже 5 апреля ждут приезд японской органистки Юкико Ямады. Владислав Самойлов, Андрей Ласыгин, ЮТВ, Уфа.